Спонсор программы – компания FlyNow. Планируете поездку по России или за рубежом? С FlyNow это просто. Продажа и бронирование авиабилетов, оформление виз. Операторы FlyNow помогут найти лучшие варианты авиаперелетов с учетом льготных тарифов и акций авиакомпаний. Авиакасса FlyNow. Карла Маркса, 9. Вход со стороны бизнес-центра Дельта. Телефон 8-911-87-87-707. FlyNow.ru. FlyNow. Летайте просто. В какие страны для въезда не требуется оформление визы? Список государств, куда можно отправиться без оформления визы, достаточно велик и растет с каждым годом. Так, 1 января 2014 года в него добавились Южная Корея и Кения. Например, к европейским безвизовым странам относятся Босния, Македония, Сербия, Черногория, Кипр, к азиатским – Вьетнам, Гонконг, Израиль, Таиланд, Турция, Филиппины и другие. Уточнить особенности въезда в интересующие вас страны вы можете у специалиста службы виз компании FlyNow. Существует более 50 стран, для въезда в которые не нужно оформлять визу, или же ее можно получить сразу же по прилету в аэропорт. Уехать без визы можно буквально в любую часть света. В Европу, Азию, Южную, Северную, Центральную Америку, в страны Карибского бассейна и на Африканский континент. Оформить визу на территории страны прибытия можно, например, в Боливии, Парагвае, Чили, Тонго, Гаити и многих других странах. Действующие сегодня межправительственные соглашения позволяют гражданам России из приграничных территорий посещать соседние государства, с которыми установлен визовый режим на так называемых льготных условиях. Например, жители Печенского района Мурманской области могут 15 дней в течение года провести в Норвегии. В два воеводства на северо-востоке Польши открыт 30-дневный доступ россиянам, которые постоянно проживают в Калининграде. В Латвию россиянам из некоторых городов Псковской области до 90 дней. Российским гражданам не нужно оформлять визу, когда они отправляются в страны СНГ. Российский паспорт позволит пересечь границы с Украиной, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном. Загранпаспорт потребуется для визитов в Молдову, Армению, Азербайджан и Узбекистан. Безвизовые отношения установлены и с Грузией, однако в это дружественное государство нельзя въезжать через Абхазию и Южную Осетию. Обращайтесь в службу виз FlyNow для оформления визы или консультации о визовом режиме и особенностях пересечения границы интересующей вас страны. Для покупки и бронирования авиабилетов обращайтесь в авиакассы FlyNow. Вам смогут подобрать авиарейсы с учетом действующих льготных тарифов и акций авиакомпаний. Обо всех особенностях самостоятельного путешествия вы можете узнать у операторов FlyNow в офисе на Карла Маркса 9 или по телефону +7 911 87 87 707. Получить справочную информацию можно также на сайте flynow.ru. Задай любой вопрос специалисту и получи правильный ответ. Программа «Спрашивали, отвечаем» поможет узнать много интересного и полезного и решить сложные жизненные ситуации. Присылай свои вопросы в виде СМС на телефонный номер 8 911 0580 700 или звони 580 700. Также вы можете оставить сообщение в интернете по адресу vk.com/trk_севск.